Провалиться сквозь землю. Такая возможность в последнее время есть почти у каждого самарца. Очередное обрушение дорожного покрытия произошло этой ночью у дома номер 7 по улице Невской. Яма размером в 1,5 полосы и глубиной чуть меньше метра образовалась на проезжей части из-за порыва водовода. Чугунные трубы были уложены еще в 70-м году прошлого столетия, говорят в компании «Самарские коммунальные системы». Водоснабжение было организовано по резервной схеме. Однако, возможно, пониженное давление воды в домах, в особенности на верхних этажах, у потребителей, значит, которые проживают непосредственно рядом с местом данной крупной утечки. Мы приносим извинения перед гражданами и просим автомобилистов выбирать альтернативные маршруты для проезда. Сейчас движение по улице Невской на участке от Молодогвардейской до Циолковского временно перекрыто. Если понадобится, работы по устранению коммунальной аварии будут вестись в круглосуточном режиме, заверили в компании.